обезвредьте бомбу. И всем здорово, любители Warface, и с вами Макс. И знаете, мне начинает нравиться то, что на улице холодно, ноябрь и все дела. Видимо, в этот холод как-то положительно влияет на админов Warface. Сделали они новенький режим, весьма неплохой новенький режим Blitz. Мне он достаточно, знаете, прикалывает, нравится. Мне ничего не могу сказать о нем плохого. Также появилась новенькая акция, очень даже хорошенькая такая акция, бонусные ящики. Я бы, знаете, добавил бы на какую-нибудь постоянку, не знаю, или еще что-нибудь. Просто-напросто вы играете на PvP и получаете ящики. И в этих ящиках может выпасть какой-нибудь ништячок. Если вы играете штурманом, то вам выпадет ящик за штурмана. Если за медика, то за медика. Ну и тому подобное. Если вы об этой акции не знали, то советую быстренько перейти на сайт Warface, там зайти в новости и увидите акция «Бонусные ящики», зарегистрироваться и получать, в принципе, ящики с ништяками, ну, возможными ништяками. В данном случае я пытаюсь выбить фабарм. Да, там можно выбить навсегда фабарм. 12 вроде компакт. А, нет, стоп. Я уж, блин, не помню точные цифры. Можно выбить, кстати, также грач навсегда и еще какую-то пушку для медика дробовика навсегда. Также можно там золотой фабарм выбить, но, к сожалению, он там на 1 час, а за редкие ящики можно его вроде получить как на 3 часа. Вот, в принципе, все дела. Там за каждый класс можно получить свой ништяк. За штурмовика там финскар вроде на убийцу зомби навсегда можно получить пару, там на 1 час можно получить золотую. Конечно, 1 час это мало, и особо вы не успеете что-то набить, но возможно вам повезет, там может парочку золотых, пару пойдет. Самое интересное то, что многие хотят выбить за снайпера вал. Очень многих видел то, что писали, и то, что мы хотим выбить вал. Да, в этих ящиках можно со снайпера выбить навсегда вал. Также вроде читак, вроде... А, нет, можно получить Орсис навсегда. Еще такая фигнюшка есть. Ну и во всех классах можно получить грач навсегда. Ну, на самом деле, очень много клевых ништяков, которых можно получить навсегда. И, к сожалению, ни хрена я, наверное, ни один из них не получу. Также там 5 гранат, 5 мин и все такие подобные дела. Вот и все, что можно сказать о бонусных, наверное, ящиках. Потому что их можно там открыть по-быстрому за 10 кредитов, вы это сами поймете, или уже, наверное, давно это все дело сами прочухали. Также мне понравилось в ноябре то, что есть такая штука, как называется «Черная пятница». В эту пятницу просто действуют шедевриальные просто скидки, и за ними, кстати, надо следить. Они где-то обновляются через минут каждых 10-15. Сначала в первый раз зашел, увидел, что за скидки такие там, всего лишь каких-то 10%, там 10-11, и ушел, в принципе. Потом зашел, посмотрел, что-то новенькое появилось, но не выходил из этого, отошел там туда-сюда, подхожу, смотрю, что-то изменилось, и появились там уже 70% скидки. Была скидка на инженера, там 70%, и вроде как он там вроде стоил как 300 кредитов, что ли, или что-то около этого. И тут я что-то засел такое, начал, короче, все это дело наблюдать. Ну, как я заметил, то, что все это дело обновляется, наверное, через каждые 10-15 минут. И через каждые 10-15 минут просто появляется какой-то новый товар с новой скидкой. И, блин, знаете, я просто был в замешательстве, то ли идти в Warface играть, пытаться выбить ящики, получить ящики, либо просто сидеть и ждать какой-то очередной ништяк в виде, допустим, 70% скидки. Очень были хорошие скидки, кстати, на дробовик. Я все думал, взять не взять, как он называется, блин, к сожалению, не помню.
Килтек, во, вроде было это Килтек, на него была очень хорошая скидка, и можно было уже взять за 600 кредитов. К сожалению, у меня в этот момент 600 кредитов не было, и я почему-то, просто не знаю почему, не нажал его за, ну, поместить в корзину, там можно зарезервировать все это дело, там быстренько положить и за 600 кредитов взять. А пока я все это дело клал, блин, все обновилось, и я, короче, не успел его купить. Это было, конечно, для меня расстройство, но небольшое. Я начал сидеть, смотреть, и появлялось просто с каждым разом много новеньких каких-то ништяков. И просто за этим делом надо следить. И, если не ошибаюсь, Черная Пятница будет длиться до 27-го, что ли. Ну, достаточно времени, чтобы что-то хорошее провести за халяву. Ну, в принципе, Warface прям заставляет положить денежку и получить что-то такое ништяковское. Блин, стоило мне поиграть, все это дело пройти, все, думаю. Поиграл, получил я там два ящика, там каждый ящик, как вы знаете, там надо открывать 2 часа и там либо за 10 кредитов. Ну, все это дело получил, решил отдохнуть. Как вдруг появились удачные выходные. Там в 19:00 по Москве вроде все это дело началось. И тут я что-то такой, ну ладно, блин, надо еще чуть-чуть посидеть, поиграть, подбить бабок и все такое. Так как, не знаю, в ящиках удачи можно увеличивать там шанс на удачные... там на удачу что-то выбить путненькое, там 30 кредитов, 100% что-то выберешь такое нормальное, и 2500 варбаксов выбить что-то такое более-менее, там 10% к вашей удаче. Ну, думаю, что 2500 в принципе не так уж много, и всего у меня две коробочки, то бишь надо 5000 варбаксиков. Ну, думаю, что надо еще немного посидеть и поиграть. И тем самым хочу сказать, конец ноября довольно так радует. Можно себя подкачать, можно варбаксы подбить и, в принципе, всякие ящики получить. Ну, и на этом, как оказалось, Warface не остановился, в принципе, никак остановился. Наверное, все с этого и началось, и, наверное, надо было с этого начать. Все уже закончили играть, заканчивать задание мозгового штурма, закончили там 21 задание, немножко расстроились, да, там выпало каких-то 10 знаков воскрешения, и там каким-то из заданий-то особого не было такого путевого. Всего лишь репостом надо было сделать репост, и получаешь просто-напросто 10 знаков. Ну, это просто как-то бесчеловечно. Просто многие писали, блин, лучше бы какую-то хрень, какую-нибудь скин бы, что ли, дали навсегда, какую-нибудь самую обычную, так, какую-нибудь таленькую пушечку, ну, чтобы не такое было. Вялый такой конец, и это, конечно, многих расстроило. Видать, Warface услышал, либо у них уже в планах это было, и добавили еще 4 новеньких задания. Первое задание, точнее, 20-е задание, это 22-е, я уже запутался на самом деле с цифрами, тут всего многих-то, много каких-то разных приколюх появилось, и все упомнить, но, блин, это на самом деле как-то сложненько. Ну что, сделал там я репост, зашел, увидел, какое 22-е там вроде раунд задание, начался. И увидел то, что надо сделать 25 побед на карте Блиц, точнее в режиме Блиц на карте Вилла. Ну, сначала подумал, ну что, Блиц вроде новенький режим, его вроде сделали для того, чтобы, в принципе, быстро на нем проводить катки и все такое. Ну, блин, знаете, я, конечно, все это дело выполнил. Но я не скажу то, что этот новый режим Блиц прям уж такой он скоростной. Я, то есть, снимал не первый, это мой видосик. Есть удачные видосы, есть неудачные, есть которые просто мне не понравились некоторым какими-то, может, моментами. И для сравнения я просто решил посмотреть, ну как для сравнения, просто решил посмотреть, сколько длилась карта по времени. Было это где-то 10 минут, были 8-минутные, были 13-минутные, ну, в принципе, знаете, как все обычные карты. Да, там есть, конечно, и очень долгие карты, но, блин, 10-13 минут, 10 минут, в принципе, нормальные катки
в такой потненькой игре, это 100%. И знаете, то, что, допустим, если играть один к одному, то есть один проигрыш, одна победа, то это того получается 50-50 боев. И 50 боев по 10 минут, это просто получается дохренительное количество времени, которое нужно провести на этой карте. Но, собственно, которое я и провел. Конечно, не могу сказать, что я чем-то расстроен. Мне все это дело, в принципе, понравилось. Я уже, знаете, как-то привык к этой карте. И уже после того, то, что выполнил все это дело, я как-то уже к ней привязался. На самом деле, как-то, знаете, новая карта немножко еще не особо как-то изучена. Начинает как-то потихонечку к себе притягивать тем моментами, то, что ты уже как-то все, наверное, знаешь, такой уже кот, блин, ученый. И карта начинает заходить. Вот, в принципе, знаете, если они будут делать так же со всеми картами, то, что, допустим, делать новую карту, мозговой штурм не убирать и давать вот такие задания, то, думаю, такие карты будут как-то лучше заходить, потому что многие привыкают к чему-то старому, потому что часто на них играют, уже привыкают к ним так серьезненько и уже покидать их не хотят. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Ну, не знаю, понравилось вам это видео, нету. Спасибо, то, что вы меня посмотрели, тем не менее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, кстати, напишите, что вам упало в бонусных ящиках. Выпал ли какой-нибудь ништячок? Если да, то обязательно напишите. Если нет, то нет. Я, кстати, если что-то выбью, тоже вам напишу. Всем пока-пока.